Глава округа Мытищи Юлия Купецкая провела личный прием граждан. Это один из самых удобных и востребованных способов взаимодействия с жителями. На нем горожане могут задать интересующие вопросы лично главе и представителям профильных ведомств и получить ответ. На минувшем приеме основными темами обращения стали ремонт подъездов и устранение подтопления подвала. Так, жительница дома по улице Юбилейной, 11, корпус 1, Нина Лыкова, обратилась с просьбой помочь решить проблему с устранением канализационных запахов, которые исходят из подвального помещения. Юлия Олеговна решила так, что у нас ЖКХ, вот начальник ЖКХ, он теперь будет контролировать, смотреть, вовремя очищать, ну, делать чистку вот этих труб дворовых, чтобы не было, чтобы канализация не проходила в наш подвал. Напомню, личный прием проходит каждые 2 недели по понедельникам в окружной администрации. Записаться можно на официальном сайте администрации Мытищ.